Ну вот он косит только летом, что-то насос, блядь, снял уже на другой. Не знаю, ну пускай еще у него стоит. Уже новый, 80-шный. На 50-шном не было здесь. И он кабину разорвали уже под этот, под стартер на пускаче. А так не было. Был только либо стартерный, стартер большой, либо пускач был без, только со шмыргалки заводить, грубо говоря. Ну, а так вот он на нем косит вот это сегментное. Вот у нас в деревне остановился снять, посмотреть. Навеска. Да нормально у него все. Ну так он у него. Два колеса и коробка ездит на нем. Он еще и солярку привязал, а блокировка. Промежутка я не вижу, что она такая. Другая какая, не другая, ничего. Движок тоже 80-шный. Эти лонжеронки или сквозные. Тоже первый раз вижу. Самое интересное, вот у меня этот пускач был. Стартерный. Что на пускач здесь не ставился стартер, то есть его еще не было. И маховик, ну, я покажу здесь родной. Ездит. Так что. Так, продолжаем разговор о кабинах и пускачах. Вот наш трактор. И кабина на нем стоит пускачева. Почему пускачева? Здесь вот здесь нету окошка. И сделано выемка под стартер пускача, то есть вот это вот выемка, это под стартер пускача, то есть пускач стоит, маховик и стартер крепится сюда, то есть он сюда вот так заходит, как бы чуть-чуть в кабину, вот этим вот именно и отличается кабина пускачевая и от стартерной. Ну сейчас я у нас есть снятая кабина стартерная, посмотрим на ней и покажу трактор со стартерной кабиной. Ладно, смотрите дальше. Ну вот наш стартерный кутаевский трактор, то есть на нем стоит кабина именно стартерная, с завода он и шел со стартером. То есть вот видите отличие, окошко вот это стеклянная, и выемки под стартер пускача нету, то есть на кабине отсутствует вот это вот. Если мы сейчас поставим стартер маховик, то сюда не поставить на пускач стартер не поставить, то есть чтобы мы могли из кабины заводить. Вот этим и основное отличие этих кабин. А МТЗ-50 на маховике пускача отсутствовали, как же это называется? Ладно, сейчас. Отсутствовало на МТЗ-50 на пускаче маховик, а на этом маховике отсутствовали зубья для зацепа стартера. То есть он был как бы голый. Сейчас я его, ну, на МТЗ-50 я скину, покажу, какой он должен быть родной маховик на пускаче. Это же у нас стартерный, все.
Все как положено, здесь ничего, никаких изменений нет. Ладно, смотрите дальше.